Арджун, Аншула, Джанви, Куши, Капур. Известно, что Бони Капур был женат дважды. Сначала на Мони Капур, а затем на Шридеви. Бони оставил Мону и двоих детей, Арджуна и Аншулу, ради Шридеви, которая была беременна их первой дочерью. У Бони и Шридеви есть две дочери, Джанви и Куши. Арджуна и Аншулу никогда не связывали никакие узы со второй женой отца и сводными братьями и сестрами. Но все изменилось, и сегодня они все счастливая семья. Ишан Хатар, Шахид Капур и Рухан. Шахид Капур – сын Панкаджа Капура и Нилимы Азим. После того, как Нилима и Панкадж расстались в 1984 году, оба пошли разными путями и женились на разных людях. Панкадж женился на Суприи Патхак, и у них двое детей по имени Рухан и Сана. Нилима, с другой стороны, решила выйти замуж за актера Раджеша Хатара, и у них родился сын по имени Ишан Хатар. У Шахида есть три сводных брата и сестры от второго брака, его родители, и он разделяет очень теплые отношения со всеми тремя. Он даже помогает Ишану в подготовке к его большому дебюту в Болливуде. Его сводная сестра Сана дебютировала в Болливуде. Пуджа, Рахул Пхат, Алия Пхат. Махеш Пхат женился дважды. Сначала на Киран Пхат в 1970 году, а затем на Сони Раздан в 1986 году. После нескольких лет брака и двух детей по имени Пуджа и Рахул, их брак портился из-за внебрачной связи Махеша с Парвин Баби. Они никогда не разводились, но Махеш женился на актрисе Сони Раздан. У супругов есть две дочери по имени Шахин и Алия. Алия и Шахин разделяют большую связь со своими сводными братьями и сестрами Пуджи и Рахулом. Пуджа обращается с Алией и Шахин как с младшими сестрами. Таймур, Сара и Абрахим Алекхан – дети королевской семьи Патауди. Саиф Алекхан когда-то был женат на Амрите Сингх, и вместе у них есть двое детей по имени Сара и Ибрахим. После развода Сара и Ибрахим воспитывалась мамой Амритой. Хотя после развода у бывшей пары не сложились теплые отношения, дети всегда хорошо ладили со своим отцом и его нынешней женой Кариной Капур. Карина и Саиф были благословенным мальчиком по имени Таймур, и Сару и Ибрахима связывает большая связь с мачехой Карины, их сводным братом Таймуром. Азад, Ира и Джунаид Хан. Амир был женат на своей подростковой любви Рине Датти в течение 16 лет, но в итоге они развелись. У них есть двое детей по имени Джунаид и Айра от их брака. Позже Амир женился на Киран Рау в 2005 году, а в 2011 году через суррогатное материнство у него родился сын Азад. Джунаид и Айра очень тепло связаны со своим младшим братом Азадом. Они даже близки со второй женой своего отца Киран Рау. Сани Бобби Диол и Эша Ахана Диол. Хармендра уже был женат на Пракаш Каур, когда он вошел в индустрию. У него было два сына по имени Бобби и Сани и две дочери по имени Виджита и Аджита от его брака с первой женой Пракаш. После нескольких фильмов он встретил Хему Малини и женился на ней. У него есть две дочери по имени Эша и Ахана от второго брака. С годами отношения между Бобби и Сани и их сводными сестрами Эши и Аханы выросли из сердечных до замечательных. Сани и Бобби очень любят Эшу и Ахану и заботятся о них. Хотя между сводными братьями и сестрами нет вражды, Сани и Бобби все равно пропустили свадьбы Эши и Аханы. Причина была в том, что Сани и Бобби не хотели навредить своей матери Пракаш, присутствуя на свадьбе. Санджай в раннем возрасте женился на Ричи Шарме, и от первого брака у него родилась дочь по имени Тришала. После смерти Ричи из-за опухоли Санджай пошел дальше по жизни, Тришала воспитывалась в США своими бабушкой и дедушкой по материнской линии. После очередного неудачного брака Санджай Дат наконец нашел девушку своей мечты – Маньяту Дат, и женился на ней. Санджай и Маньята были благословенны близнецами Шахраном и Икрой. Тришала не только близка с Маньятой и разделяет с ней дружеские узы, но и любит своих сводных братьев и сестер Шахрана и Икру. Пуджа Бедди и Адам Бедди. У Кабира Бедди была довольно противоречивая личная жизнь, в которой он женился на четырех разных женщинах.
Кабир Бедди женился на Протиме Бедди, танцовщице 1969 года, и у них было двое детей по имени Пуджа Бедди и Сиддхарт Бедди. Сиддхарту поставили диагноз шизофрения, и он покончил с собой в возрасте 26 лет. Позже Кабир женился на модельере по имени Сьюзан Хамрис, и от этого брака у него родился сын Адам. Пуджа – знаменитое имя в Болливуде. Ее сводный брат Адам – известная международная модель. Пуджа и Адам разделяют теплую и любящую связь друг с другом, и Пуджа даже присутствовал на свадьбе Адама. Радж Бабар был счастлив в браке с Надирой Бабар и имеет двоих детей – дочь Джухи и сына Арио. После нескольких лет брака он встретил Смиту Патиль и влюбился в нее. Она родила сына, которого назвали Протей. Смита умерла, родив Протея. Раджай вернулся к Надире, и она приняла его. И Протея. Хотя в течение многих лет Протей воспитывался бабушкой по материнской линии, Надира любила его как родного сына, и сегодня Протей, Ария и Джухи разделяют теплые узы, как и любые братья и сестры. Хотя Протей не торопится принимать первую семью своего отца, вся семья Бабар всегда относилась к Протею с большой любовью и заботой. После смерти бабушки Протей принял первую семью своего отца и даже назвал Надиру своей мамой и сказал, что часто обращается к ней за советом или помощью. Протей очень близок со своей сводной сестрой Джухи и делится с ней всеми своими секретами.